Это будет непопулярный ответ. Мне приносит удовольствие чтение. Философской литературы. Испытываю невероятное удовольствие. Понимаете, мы все очень тривиальные, мы все очень обычные. И единственное место, в котором есть, так сказать, свобода для чего-то такого необычного, это создание сложных каких-то систем, взглядов, подходов, прочтений, пониманий. Вот она, где глубина. И это может восхищать бесконечно. Но, конечно, я думаю, что большинство же читает философскую литературу или очень простую. И не чувствует этого. Или они читают, потому что это их профессия. Ну, это связано с их занятиями. И это немножко корыстное чтение, которое не дает вот этого ощущения вдохновения. И это целый опыт и практика. Сначала с трудом через все про это, через как-то пробираться, а потом научиться это понимать. И тогда открывается совершенно чудесный мир. Чего я всем желаю.